Потенциал есть, при этом потенциал есть не только в части работы с дружественными странами, но и с нейтральными, которых тоже большое множество. Плюс ко всему, несмотря на то, что ситуацию в целом с экспортом российским за прошедший год можно охарактеризовать как, наверное, положительную ситуацию, потому что в стоимостном выражении, по крайней мере, цифры, они достаточно впечатляющие. Но если мы посмотрим отраслевой разрез, то увидим, что не вся продукция экспорта, она равномерно и удачно реализовывалась.